менять местами память на Android 4.1.2 Sony Xperia Low. Также это можно сделать с Sony Xperia J, Sony Xperia S, Sony Xperia Solo. Просто файл другой. Итак, поехали. Я вам покажу это на большом экране, чтобы было все понятно. Зайдем в настройки. На данный момент я управляю телефоном по сети. То есть я могу и отсюда управлять. Так, что мы для этого делаем? Что нам для этого вообще нужно? Естественно, для этого нам нужен root в первую очередь. Также Root Explorer. Такое приложение. Так оно выглядит. Запустим его. И файл wolfstab. Он у меня. Вот он. Так файл выглядит. Мы его копируем и вставляем в папку System etc. System и etc. Вот сюда скопируем. Здесь у нас показана в настоящее время файловая система. Только для чтения. Вы хотите перемонтировать ее для чтения и записи. И продолжить операцию. Естественно, нажимаем «Да». Wolfstab уже существует. Теперь все «Да». Итак, готово. На этом мы завершим наш обзор.